Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами будем рассматривать комплект из шапочки и варежек Бургундия. Подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите смотреть новинки компании Oriflame в сторис и в прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! Комплект Бургундия продается в симпатичной подарочной упаковке, которая уже знакома нам по предыдущим аксессуарам этого сезона. И так же, как и все предыдущие подарочные упаковки, она не содержит опознавательных знаков и имеет большое белое пространство, на котором вы можете написать пожелание, либо кому предназначается этот подарок, и вручить, либо положить под елку на Новый год. Давайте же рассматривать сам комплект, что там компания Oriflame нам положила. Названием этот комплект обязан, конечно же, своему насыщенному, такому теплому, винному, бургундскому цвету. Бургундия – это такой район во Франции, который знаменит своим виноградом пурпурных оттенков. И до сих пор этот район считается одним из главных поставщиков винограда для французского вина. Бургундский цвет, он вообще очень популярен в данном сезоне. Его еще называют винным цветом. И люди его очень любят, потому что, во-первых, он подходит и брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам. Любая девушка совершенно может одеть на себя этот винный цвет и выглядит шикарно, великолепно. Он обладает таким обволакивающим, согревающим впечатлением. То есть, за что любят вот так сильно винный цвет? Наверное, потому что, когда мы его носим, то у нас проходят такие ощущения Рождества, камина, бокала вина. И в целом вот этот винный цвет, он навевает такое ощущение легкости, элегантности и в какой-то степени даже роскоши. И он может присутствовать в разных деталях вашего гардероба, но в данном случае мы видим вот такой вот интересный комплект. Это у нас акриловая шерсть, это не натуральный материал, но он имеет очень много своих преимуществ, он не мнется, он легко стирается. Он, вот вы видите, что сама шапочка, она достаточно легкая. Я думаю, что это такой аксессуар до минус 5. А для тех людей, которые вообще не носят шапки, ну типа меня, можно даже всю зиму ходить в такой шапочке и прекрасно себя чувствовать. Конечно же, этот комплект напоминает мне другой комплект, который был год назад, который назывался Ivory. И мне нравится, что здесь нету никаких дополнительных каких-то бантиков, украшений, то есть он довольно строг и может подойти под любой ваш стиль. Ну, куртку вы носите, пальто, шубу вы одеваете, то есть вы можете одеть как со спортивным стилем, так даже с шубой такую шапочку и, в принципе, нормально выглядеть. Размер шапочки 23 на 26 сантиметров. Давайте же померяем и посмотрим, как эта шапочка будет выглядеть на голове. Ну, я шапки ношу крайне редко. Вот купила себе в Oriflame шапку апельсин и ношу ее. Ну, для вас, только для вас. Померю и покажу, как это выглядит. Мне кажется, что я в этой шапочке похожа на гномика или на красную шапочку. Я не знаю, какие у вас будут впечатления, пишите в комментариях. Вот такая шапка. Довольно приятная, хорошо облегает. Можно, конечно, на брови натянуть, но это кто как носит. Размер шапки, посмотрите, здесь еще очень много места. Он позволяет носить ее совершенно в самых разных формах. Конечно же, это чисто мое наблюдение, моя рекомендация. Я рекомендовала бы носить такую шапку с модными темными такими вишневыми, черешневыми винными помадами. Мне кажется, будет смотреться вообще просто классно. Варежки у нас 22,5 на 9,5 сантиметров. У меня рука небольшая. Вот так вот они одеваются мне на руку. Очень хорошо облегают, очень удобные. Ну, в принципе, я варежки не ношу, но это тоже тренд. Я знаю, что очень многие любят варежки, носят варежки, говорят, в них даже теплее, чем в перчатках. Вот, может быть, даже стоит попробовать и начать носить. Но вот на мою небольшую руку они хорошо налезают, но на прямом эфире мы мерили эти варежки на большие мужские руки. Юра мерил, муж мой мерил, Алексей, и даже на их огромные мужские руки эти варежки тоже налезли. Ну, не знаю, насколько удобно им было бы ходить в быту, да, вот в повседневной жизни в этих варежках, но, по крайней мере, натянуть они их точно смогли. Поэтому вот эта вот акриловая шерсть, она очень хорошо растягивается. Варежки сами
тоненькие, но вот по ощущениям очень мягкие и довольно, мне кажется, будут теплыми. Но опять же, не знаю, как быть, если температура будет опускаться ниже минус 5, если будет минус 10, минус 15, ну тогда и одежду другую надо одевать, и другие аксессуары на холода и на морозы, а вот на такую нашу зиму средней полосы, такую, когда то слякоть, то мороз, то тепло, вполне приличные аксессуары. Если вы цените благородство, эмоциональность и роскошь, то выбирайте аксессуары бургундского цвета. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну и ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!